Пристройку есть информация по двум игрокам, но Манеси оформляют все-таки килл по фангу. Получили опыт, давай послушаем. А по игре не очень. Two split guys. Wait, I go down. I smoke on right, Joachim only left. One is deep. Control. No chance. Yep, I can flash Poopy. I flash Poopy. Best smoke, big wall. Be careful. I'm gonna swing. I'm gonna swing when I get out. Flash on Payton. Yeah. Got the bomb. Dark, nice. Dark, dead. Dark and left, big wall. Left, big wall. They're swinging. One more. Big wall left. 1v1, brother. Hello. That's bomb toxic. Sick. Или не проверит. О-о-о-о-о-о. Вот этот момент. Ну, моментом истины его, конечно, не назвать бы. Но не беда. Не беда. Будем ждать оружейный раунд. По-любому парни какие-то раунды. Здесь вот Ильи. И в целом, вот, собственно, этот повтор. И в целом уже мы-то знаем, что Илья довольно долго, около двух недель находится на буткемпе с командой Джитсу. Да, я смотрел. Там один с Юспика, второй с Дигла. Вот после этих фрагов мем с парнями. Находится Дигл. Так, теперь начинается драка и попытка подстроиться, но будет нет. Разыгрывать улицу или же все-таки начало! Так. Прекрасная от Монаси выигрывает дуэль у Джиньора. Тут просто даже не успел. Я запускаю, значит, выпадает мне нюк. И играю я на нюке 64 раунда просто. Проигрываешь? Выигрываю. Выигрываешь. Потом думаю, ладно, ну в пуле карт не буду убирать нюк. Думаю, ну вряд ли он же опять выпадет как бы. Ну и не заходил в настройки, опять оставляю, опять выпадает установки. Грим был на А, грим открывается, не прикрыли здесь тиммейта. Монаси на размене 3-3. Типа не очень хотят терять свою экономику, но и Монаси здесь законтролил. Но все равно Джуниор сам пошел сейвить к ним на респаун, сосредоточиться на проверке секрета. И вот так вот нежданно-негаданно все для Монаси может за... Как он увалил его, а? То есть более сложный соперник, здесь ну, могут быть трудности. Могут быть, да, могут быть. Отойти сейчас в секрет. Атака в меньшинстве, пытается дальше работать под позиционкой. Вот она, реакция молодого, друзья, и с ней поспорить крайне трудно. И последний игрок на аутсайде, это вполне ожидаемо. Ну, Монаси, давай, твой. Ну, Монаси. Ну, знаешь, он... Ну, он очень хотел. Очень хотел. Очень хотел получить плюху. Но не получилось. Он получил. В итоге потерял АВП, погиб. Так, Нико тут уже с Юспиком. Воюет, погибает, нет хелпы. Есть хелпа, это Монаси. Забирает он Джуниора. Отыгрывает дальше...